Вот эта искрящаяся лава, изображенная. Милитао составляют четверку защитников. Эктор Эррера, капитан, Данило и Отавио в средней линии. Брахими, Марек. Здесь грамотно выставленный корпус и нарушение правил. Да. Остановил сейчас это. Ну, это действительно так. Ливерпуль сейчас в роскошной форме. И там достаточно было комплиментов в исполнении. Консесао, он говорил. Чемпионов. Четыре мяча уже на его счету. Мощный нападающий из Мали. Хотя, в принципе, Ченовок в пятой минуте уже много передач сделал. Ему много раз партнеры отдавали мяч назад. Задействовал его. И пробить отсюда кто-то отважится. Поэтому заброс. Опасный момент. Марега бьет. А вот удар. Марегу. Серия финтов. Удар с острого угла. Над перекладиной. Это Хесус Корона. Длинных передач много сегодня. Они, конечно, позволяют время экономить и поскорее забросить мяч или творчески развивать, да, вот эту правоприменительную практику. Марега сейчас сделал скидку головой. Мяч достается Алисону. Пользу. Но там Ван Дейк, да и Матип, который тоже здорово борется. Вперед на Корону, заброс, так и классические образцы брать против англичан. Фланговая подача, очень неплохая. И здесь еще стандартное положение на ближнюю штангу. Ну а здесь переход. Разный гола. Такое бывало, кстати. Ну и здесь цепляется опять корпус за мяч. Давем, вперед на левый край. И Брахими, что рука. Ван Дейк поднялся на ноги и полностью перекрыл обзор. Брахими на ночь, по-моему, Салат. 1-1 защитников, опасно. Та же самая территория, откуда он поразил ворота Челси. Дальше атака прошла. Мячей. Сегодня Порту требуется забить как минимум 2 для начала, по-хорошему 3. А вот так... Корона. И... Как он хорош, а? Великолепно. Смотрит на партнеров, прострел. Матип. Прошел финт, подача в сторону Мареги. Просто не был готов к тому, что защитник пропустит это. Показывали об этой истории. Сейчас внимание, подача в сторону Мареги. Принимает он мяч на грудь, здорово скидывает туда. И в случае он, конечно, не прав. Мо Сала прорывается, два соперника на нем, третий подбирает мяч, но был фол. Ливерпуль выдал могучую серию в 7 подряд побед. Угомонили и Баварию. И очень резкий, может быть, даже и редкий по своим качествам мексиканский футболист. Подача от Алекса Телеса. Порту, что, безусловно, классный вратарь Касилес, все-таки старомоден и не очень здорово играет ногами. Вот сейчас он пару раз идет открываться. Сейчас отличная комбинация. Вот у нас двойная эта система. Брахими выскакивает со спины, бьет. И еще один удар. Скользкий, очень скользкий газон. Но делает передачу Салах. Удар с разворота требуется. Нет, Салах сам включается. Бьет. И этот мяч не защита. Интрига живет. Положение вне игры. Был бы номер сейчас, да? Первый же выход в атаку, более-менее сносный. Но, конечно, все это будет проверяться. Да, и сейчас на связи Макеле с Полем Ван Дукелем. Не забываем о том, что каждый гол, каждый мяч, который забивается, защитный, незащитный, так или иначе проверяется с видеоассистентами, работающими с повторами. Все это тоже очень высокого уровня. Пока тут в Отавио попадает Эррера. Но подбор забирает тоже свой. Брахими. Ответный пас от Короны. Вот, это именно кажется, так. Это именно Вот не то, что я называю мусорный гол забить, да, там при счете 4-0-5. А совсем другое дело счет открыть. И медленно. Владение Порту 56%. Передач сделали 125 против 89. Сегодня Ливерпуль. На Корону передача. Алекс Тель. Уже мяч перетек на правый фланг. Милитао. Верджил. Да тут можно по-разному, наверное, охарактеризовать этот эпизод. Садио Мане тоже получает линию, но тем не менее мяч остается у Порту. Мне показалось, что бразилец не фалил. Ориги. Трех мячей не будет достаточно, нужно 4 мяча. Ну и команде, которая платит. У Эррера был момент, когда он бил из-за предела штрафного. Ну вот опять перевод на фланг. Здесь у Эррера, но он опять медленный.
бежит мячом. Слишком сильный пик. Атаковать Порту. Корона. Заброс в штрафную. Вставлял. Да. Ох, какой финт прошел. Трент. Передача, момент. И это только угловой, который, правда, не будет исполнен. И удар с левой ноги. Алисон Беккер спокойно фиксирует мяч. Вот. Слишком подробно стал играть. Семельчил. Фермин в качестве игрока стартового состава. Последний раз он был не в основе в матче. Ну и два нападающих — Суарес и Марега. Вот Марега делает подачу. Мяч нас в первой же своей атаке. Причем мы видели характерный титр, когда команда Порту нанесла 13 ударов, 4 в стыду поля. И в очередной раз Филиппа допускает ошибку. Следом за ним Данила это делает. Свободные два игрока Ливерпуля ближе. Танец, подача, где удар? Где и угловой. Воодушевление. Совсем с другой точки. Ну, обращает на себя внимание снова Марега, который... Да, ближе к чужой штрафной. Фанк оголен на подборе Данилу. Быстрее нужно передачу сделать. Данила сам виноват. Только со скамейки выпустил Фермина, одного из лидеров. И тут же атака Порту. Внимание, прострел. Не будет даже углового. Можно... Этим футболистом будет Фермино и Садио Мане, автор гола. Со своей командой Эррера. Подача, удар. Вот для чего Суарес появился на поле. Чтобы после этих фланговых атак... И страшная для Порту фигура — это Ван Дейк. Подача на дальнюю штангу. Скидка. Так, это, конечно, здорово, когда есть вот эта вот зацепка в виде гостевых голов, хотя бы одного, а если сразу два, то это, конечно, здорово. Два нынешней Лиги Чемпионов, такой успешный для команды. Потерянный мяч. Ну или там, я не знаю, в центре обороны играть, в Реале. В любом случае, качественный футболист, который... Опять они орудуют вдвоем на левом фланге. Подключение и дальний удар Эрреры. Очень плотно, мощно. Но прямо в Алисона Беккера. Бывают вопросы, а у него ответы. Такими получились, или даже оригинальными. Внимание, Мане делает передачу. Подача Короны, отличный момент. Ну как же так, как из этой-то позиции не пробить створ? Нападающий, вот штрафной, до штрафной такая у него позиция. Проходит пас на Салаха, Все. Салах сегодня сделал пас. Салах сегодня сделал гол. Салах сегодня сделал игру. Как накануне игру сделал, например, Лионель Месси для своей Барселоны. Или перевернем. Или эту игру сделал Мане, автор голевой передачи. У него тоже гол плюс пас. Обменялись подарками. Ну и Мохамед Салах не в йога-стиле отмечает этот гол. Более привычным. Салах и Милнер. Капитан Ливерпуля закладывает финт и уже возможно. Алекс Телес исполняет подачу с углового. Удар, и вот он гол! Прилетал. Только я хотел сказать, что с учетом прошлогодней встречи Порту проигрывает Ливерпулю уже 0-9. И тут вот они все-таки размочили. Да. Первый домашний гол в плей-офф Лиги Чемпионов в ворота Ливерпуля. За два сезона. Хорошая подача. Пятый угловой, Милитао. Воздух как взмыл. И здесь уже не просто выбор позиции. Здесь именно... И потом еще серия. Атака и удар. Вот когда это надо было. Милнер принимает чужой штрафной. Покинул, и Хендерсон вышел. Интересно, и Милнер, что... Милнер уже успел передать карту, ему свою повязку капитанскую. Интересно, когда, да? Выход 1-1. В штрафной Садио Мане. Мимо. Пустых ворот, правда, уже в падении пробивал. Алекс Телес делает подачу, хорошую, скидка. Касилис предъявляет своим защитникам за то, что они не открываются. Добегает Джо Гомес, Хендерсон, ух, какие передачи фантастические.
Фантастически он раздает. Ну что не отдаст, то красотень, а? Роберто Фермино после выхода на замену делает счет 3-1. Повторяется картина предыдущего гостевого матча в Лиге чемпионов с участием Ливерпуля. Тогда именно со счетом 3-1 они переиграли в Мюнхене Баварию. Но как легко они забивают эти голы. Три попадания в створ, три гола. Джордан Хендерсон. Лет назад он выиграл чемпионат Англии, тогда еще так. В старом первом дивизионе. Да, называлось это первенство. И должны бросать в долгую. Да. Подача очередная с углового, но, правда, это всего лишь второй угловой, это еще один гол. Ван Дейк. Да. Это просто феноменальная реализация. Вирджил Ван Дейк забивает четвертый мяч в ворота Порту. Мы как увидели сегодня два гола с угловых в разные ворота. Да, и Ван Дейк здесь настолько здорово расположился, что, наверное, даже и прыжок был зря исполнил.